сливы, скандалы, расследования. Они же должны же где-то быть. Я их где-то точно видел. А, или я уже обо всем этом рассказывал? Жаль, но тогда бегло по свежим новостям. Поехали. 3 декабря выйдет небольшое обновление 0.5.1.3, которое будет содержать в себе различные исправления багов и недочетов. К примеру, пойдя на поводу игроков, были снижены шансы на выпадение режима акватория на картах Ловушка и Ледяные острова. Убрана карта Океан в ранговых боях до 10 ранга и уменьшен шанс на выпадение карты после 10 ранга. Также выше 10 ранга уже не сыграется в линию разлома. Но об этом всем я, помнится, уже предупреждал в одном из прошлых выпусков. Однако все это тлен в сравнении с новостью о том, что наконец-то вернут эффекты дымов из труб. Ну наконец-то, а то уже надоело целиться наугад. А вам? А для тех, кто умеет в написании, хорошо играет и готов поделиться с игроками опытом, был придуман конкурс от разработчиков. Для участия необходимо написать игровое руководство по одному из кораблей веток советских эсминцев или немецких крейсеров и опубликовать работу в специальном разделе форума. Постарайтесь максимально доходчиво изложить рекомендации и поменьше копипастить цитаты вододелов, которые почти что все эти корабли прошли вдоль и поперек. Для большей наглядности работы добавляйте туда скриншоты и ждите подведения результатов. Лучшие работы будут размещены в разделе руководства официального форума World of Warships, а их авторы, помимо признания, получат еще и ценные призы. За первое место премиумный крейсер «Атага» со слотом и командиром. За второе – 3000 дублонов, а за третье – 1500. Ну и напоследок немного ламповости в теме на форуме от Фиделя Кастро. В одном сообщении были собраны ссылки на все события, которые происходили в проекте со старта ОБТ и по сей день. Событий много, потому если вдруг решится вспомниться, когда ж там была трава зеленей, заглядывайте на форум. Ссылку оставлю в описании. На этом все, новостей больше нет. Удачного вам рабочего дня, до связи! Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки, подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного, потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я выпускаю контент практически каждый день, заскучать не получится.